есть знаменитая формула Стирлинга. Ребята, это нас очень сильно увело бы в сторону, если бы мы с вами стали ее сейчас доказывать. Но, с другой стороны, она настолько часто в математике используется, что просто в качестве факта ее обязательно стоит знать. Формула Стирлинга, она вот такая. Число n факториал. Это примерно n разделить на e в степени n умножить на корень из 2πn. Формула Стирлинга замечательна тем, что в ней по делу, по существу, используется и число пи, это отношение длины окружности к ее диаметру, и число е. Е – это так называемое основание натуральных логарифмов. Для тех, кто еще с этим не сталкивался, во-первых, советую все-таки узнать, что это такое, да? А во-вторых, просто в качестве факта я напишу, что это такое. Это когда берешь число 1 плюс 1 n, возводишь в n степень, и берешь n все больше, больше и больше, то в пределе получишь как раз n. Или по-другому это еще иногда говорят. Это когда к единице прибавляешь одну первую, потом одну вторую, потом одну шестую, потом одну 24-ю, потом одну 120-ю, одну 720-ю и так далее. Потом пойдет векториал, то есть 5040, ну и так далее до бесконечности. Да? Вот сложить до бесконечности эти числа, получается как раз число Е. Это очень важное для математики число. Повторяю, сейчас это нас очень сильно увело бы в сторону, если бы стали объяснять, почему это так. Но при помощи формулы Стирлинга мы довольно бодро можем получить более серьезную оценку, чем 2 в степени 2s минус 2. В самом деле, смотрите, что такое 2s минус 2 число сочетаний по s минус 1? Да очень просто. Это 2s минус 2 факториал разделить на s минус 1 факториал, возведенное в квадрат. По формуле Стирлинга это что такое? Это надо взять корень из 2π 2s минус 2, дальше написать что? 2s минус 2 в степени 2s минус 2, в знаменателе написать в квадрате, да, это будет 2π умножить на s минус 1, дальше надо написать s минус 1 в степени s минус 1 два раза, то есть на самом деле 2s минус 2. Так, и еще вот это самое e. Но на самом деле, если вы присмотритесь, то e в степени 2s минус 2, и там еще будет то же самое, они сокращаются, поэтому даже можно написать. Отлично, осталось недолго. Смотрите, s минус 1 в степени 2s минус 2, и здесь тоже. Тоже сократятся, реально останется двойка. Вот это вот все, это 2 в степени 2s минус 2. Замечательно. Смотрим, что это такое. И получается, господа, замечательный результат. Получается замечательный результат. Это единица разделить на корень из 2π. Здесь еще корень из 2 остался, я никуда не делся. Вот это вот, да, корень из 2, а здесь, да. В знаменателе корень из s минус 1. Пожалуйста, следите за мной, чтобы я вас сейчас не обсчитал. А здесь 2 в степени 2s минус 2. Ну, смотрите, оценка, конечно, стала лучше. Ну, правда, здесь, конечно, какие-то вот эти константы, а корень тут сократился. Разговор-то не о том. Важно, господа, что корень из s минус 1, это на самом деле по сравнению с 2 в степени 2s минус 2 не сильно отличается. Видно, что мы, что называется, что-то не понимаем. То есть оценка сверху, она, конечно, стала лучше из-за того, что мы использовали формулу Стирлинга. Но по сути ведь, собственно, это та же самая оценка, мы просто лучше оценили число сочетаний. Да? Это уже была возня не с числами Рамсея, а это мы просто объясняли на самом деле, как растет число сочетаний.